Вот показываю печь, которая была возведена, по-моему, 3 года назад или 2 года назад. Ну, сейчас показываю. Приехал по случаю, потому что позвонил владелец этого дома, где я печку возводил. Он сказал, что тяги нет и дым. Снимаю с камеры, с другой, и неудобно, вот показываю. Дым валил сюда, когда растапливали. Ну, вроде все прекратилось, все нормально. Теперь, сейчас вот расскажу про печь, какие вот интересные тут это детали появляются. Сам владелец, хозяин этого дома, на плиту приклеил вот здесь, вот смотрите, для того, чтобы... Посмотрите, как получается. Для того, чтобы дым не проходил вот здесь, вот в этом месте. Чего хочу сказать? Да ничего не хочу сказать. Просто сами посмотрите на вот эту вот печь. В доме стало уютно и очень хорошо. Просто замечательно. Вот как смогу этой камерой снять, так и снимаю. Вот так. Во. Двигаю кое-как. И вот на что жалобы самого хозяина? На то, что вот эти вот кирпичи, они выпадают. А я сделал эти кирпичи вот с этой стороны и с этой стороны для того, чтобы вот эта стенка нагревалась. И действительно, вот эта стенка теплая, горячая. Просто прекрасно. Если я эти кирпичи приклею полностью сплошной глиной и без этих щелей, вот здесь, возможно, появится трещина. И этот кирпич будет нагреваться быстрее, или вот этот вот кирпич будет нагреваться быстрее, а этот будет холодный. И разница линейного расширения этого кирпича, который будет нагреваться, будет расширять вот этот холодный кирпич. Ну, вроде бы что-то такое. Ну, вроде бы и все. Пока. Сейчас снимаю, потому что они, как бы, вот смотрите, шевелятся. Вот это шевелится, вот это шевелится. Потом эти же кирпичи буду... Вот на этот клей сажать. Вот смотрите, какой клей, какая температура этого клея, который может выдержать. И здесь то же самое, тоже баночка. И посажу на клей вот такого вида клей. Вот эти тоже кирпичи сниму, уже они будут не на глине, а будут приклеены на этот клей. И чтобы эти кирпичи вытащить, взял вот такую вот пилку, и тут носик такой вот заостренный. И вот таким вот образом я глину убираю и буду убирать. И как будет дальше работать эта печь, я не знаю. Потому что с клеем первый раз как бы работаю, и что дальше будет? Ну, практику надо набирать. Дальше будет видно. Пока. Вот эти кирпичи принесли, которые были в топке. У одной стенки. И вот эти кирпичи будут садиться, клеиться на клей. И чтобы они клеились, вот начинаю чистить от глины и от копоти. И он становится опять таким же. Чтобы клей четко прилипал к стенке кирпича, а не на вот эту сажу или вот эту глину. Ну, вроде бы так. Вот эти кирпичи принес и теперь зачищаю вот таким вот образом. Так, кирпичи примеряю. Ага. И теперь клеем намазываю. И чуть-чуть вот здесь. Ремонт внутри топки вот этих вот кирпичей, вот этих, сделал. На клей все это приклеил. И как это будет
дальше служить при работе, я даже не знаю. С хозяином разговаривал, он говорит, топил только дубовыми поленьями. Вы представляете? Только дуб шел. Вот так вот смотрится печь, еще раз показываю. Работу я сделал. Останется вот эту вот плиту. Вот эту плиту на место уложить. И все. Ну тут в доме у них красиво, уютно. Такого не было, конечно. Тут все было только в начале ремонта. И сейчас смотрится просто шикарно. Мне до того понравилось. Это кошмары. Очень красиво и очень хорошо. Вот хочу вам показать вот эту вот печку, которая служила 3 года и топили холодную, сразу же раскочегарили ее до такой степени дубовыми дровами, что здесь была такая жара страшная. И хотел показать про вот эти вот трубы металлические. Оттуда, как он говорит, шел просто горячий воздух, и они закрыли вот этими вот крышками, просто прет и все. Говорит, хорошая конструкция. Ну, вроде бы и все. Сейчас хозяин придет, иди сюда. Вот хозяин пришел, я ему сейчас показываю. Все, пока. С печкой работа завершена. Вот показываю дом, который был недоделан, теперь он уже почти доделан. Цокольная часть. Наверное, вспоминаете этот фильм, когда я делал, возводил печку. И тут еще был цоколь такой. И хозяин без стола не отпускает. Вот представляете? Бывает такое, это редко. Сейчас такое сделал, пинка дали, убежал. А здесь самовар такой. За чужое пиво вот свое стол пропиваем. Скромный, холостяцкий. И собираюсь и уезжаю. Выхожу потихонечку по тропинке и поеду. Сейчас циферки. Смотрите как. Поймал такой момент хороший, этих цифрок. У Лады Калина универсал. И как они поменяются. Это очень интересно. Какой класс! Ну, вроде бы и все. 100 000 км.